крымским писателем, крымски-татарским писателем. Это поэт вроде как. Знаешь, его здесь вот его родственники, как бы дальние какие-то, но живут вот здесь родственники ваши. Это крымско-татарский писатель. Вот, у него более 70 произведений, и все они переведены на разные языки. Шамиль Алядин – это крымско-татарский писатель. Наша улица названа в честь его. Он еще в Узбекистане был, насколько я знаю, заслуженным писателем. Улицу-то назвали, а у нас везде, вот в налоговой или где-то, почему-то улицу, его имя коверкают. Алладин Шамиль или еще что-то там. Неправильно. Надо написать там правильно, чтобы была улица Шамиля Алядина. И мы гордимся, что наша улица именно такая. Носит его имя.